А теперь самое время пробовать самую-самую острую в мире лапшу. С Игорьком. Мне очень страшно, я не хочу. Надо, Федя, надо. Короче, предыдущую, когда мы вот так вот варили, оно было розовенькое, я не знаю, как будто оранжевенькое. А тут оно коричневое, мне страшно уже. Предыдущая лапша у нас была 2200 скомили, это у нас сырный самьянг. Вы просто посмотрите. Я сейчас охренел, на самом деле. Жалко, мы не записали именно этот момент, когда Влад увидел, что написано 8800, а мы ели 2300. Есть еще красный перец чили, который мы собираемся усилить остроту нашей и так острой лапши. Только ты будешь усиливать, я ничего не хочу. Так я даже не знаю, что меня ждет, понимаешь? Та вот лапша, давай размешаем, та лапша была не такая уж и острая, поэтому... Для меня была острая, я честно говорю, это были искренние мои эмоции, вот кривляния. Бульон, он просто вот темный, он черный такой, как будто вот... Сам себя наготовил. Корейский. Ты это готовил. Запикай, пожалуйста. Готов? Раз, два, три. Она прям сразу начала язык жечь. А, вкус остроты, знаешь, он какой-то... Как будто... Вообще другой. Ну, это нам, наверное, сейчас не настолько сложно, из-за того, что мы только пробовали предыдущую. Погоди, бульончик. Не надо меня кашлять. Закусить. И блевать следующий кадр, Ван, такой... Закусывать чили перцем очень-очень... Очень кстати, Блин, она невероятно вкусная, но очень острая. Слушай, у меня именно не жжение, а вот больно в горле. Губы горят? Они горят еще с того момента, как мы ели предыдущую лапшу. Миллиарды сейчас иголочек впиваются мне в язык, в небо, в горло. Слушай, я уже даже и перец чили не чувствую. По сравнению с этой лапшой. Не, ну пить я его точно не буду. Я не знаю, как ты это выдержал. Да ё-моё, почему так больно? Ну, я тебе скажу, что... Ого, живот, живот. Печь начала. Я скажу, что отличия небольшие. Небольшие, но я тебе говорю, это скорее всего из-за того, что мы привыкли. Привыкли к предыдущей. А, блин. Слушай, походу я такой перчик словил. Перчик, Влад словил перчик. Дёсна болеть начинает, да? У меня болит уже это с самого начала. А у тебя нету никаких тошнотворных позывов? Нет. А у меня есть то, что тошнит. Ничего, тут есть ведёрко и наша такая. Как корыца. Блин, выдыхать. Когда говоришь, больно очень. Надо это закончить. Yeah. Слюни текут. То же самое. Блин, такая это... же проблема. Нет, оно сильнее, чем предыдущее, чувствуется. Да, не знаю, как это выражается. 800 тысяч сколи. Вот так выражается. Острая на острое, еще больнее начинает. Ты самоубийца, я не понимаю, как ты это делаешь. Остановись, ты че? Мучение. Блин, это вот вообще не наиграно. С каждым выдохом, из-за того, что воздух теплый, это ощущается и очень остро. Причем, знаешь, эта острота, она не такая, как горчица. От горчицы просто именно слезы наворачиваются, если много ее. Я все выпила. А это боль. Давай, блин, я могу, стой. Давай, быстрей. Возьми ведро. С Игорем вообще. Ему сейчас плохо, он что-то... Что-то вообще ему плохо. У меня что-то тоже.
Вот я могу с уверенностью сказать, это самая острая лапша, которую я когда-либо ел. А я острых лапшей, вот единственное, говяжий доширак, все. Ну и вот, которую ты принес предыдущая. Я думал, та жесткая, но она реально, она очень пекла, но потом она быстро останавливала вот это вот. Эффект проходит пропадал. Быстро, да. А это до сих пор, да. До сих пор просто же. Я говорить не могу, я начинаю говорить, язык соприкасается с небом, небо начинает жечь, язык. Да, да, и воздух еще горячий тоже. Ребят, у вас есть возможность выиграть такую самую острую лапшу в мире. Все, что нужно, это подписаться на канал. Все, что нужно сделать, это поставить лайк под этим видео, подписаться на канал и перейти по ссылке в описании на мою группу ВКонтакте и там репостнуть этот видос. И я выберу трех победителей и вышлю им вот такую самую острую в мире лапшу. Они будут очень рады, я уверен. Помучайтесь вместе с нами. Не, ну реально, с друзьями там покушать, это будет смешно. Или, прикинь, пригласить друга, будешь доширак кушать. Да, ему, вот да, это да, вот... я буду. Давай, вот там, блин, это реально... Я придумал только что пранк. Да. Это охренительно, реально. Да. Спешите участвовать и получить вот такой вот лапшу. На этом все. Спасибо. Что? Ну, бэ-бэ-план, ты сказал. Ну, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться на Игоряву. Я обязательно оставлю на него ссылочку. Спасибо большое. Да, потому что не зря же он мучился. И до новых встреч.